Гутен Морген! Приветствую вас на канале Андрея Кёльна. Сейчас будет разрыв шаблона. Обзор на посылки. Чехлы и стекла для айфона. Поехали! Момент битте. Просто демонстрирую, что пришло. Айнс. Цвай. Драй. Фия. Фюнф. Зекс. Зибен. Небольшая предыстория. Ко мне доставляли посылки стекла для айфона. 12 Pro Max, 12 прошки для 13, 13 прошки, 13 Pro Max. Берет тетя, кассирша там, и вот так роняет, получается, посылка падает, вот так, хоп. А там стекла у меня. И что мне теперь делать? Передо мной разбить стекла? Unpacking прямо сейчас. Посылка молниеносная, потому что нужно заряжаться только на позитив. Поехали. Первая посылка — iPhone XR, вот такой чехол. Сейчас поближе вам покажу. Фиолетовый это чехол, но очень интересный для XR, потому что XR большой телефон. Такой чехольчик получается. Ближе показываю, все упаковано очень хорошо. Очень достойно сделали. Советую, ссылка в описании. Все в описании будет. Вторая посылка у нас. Тоже аккуратно все, потому что опыт имел уже. И по стеклам скальпель летел, и по чехлам. Все летело, в общем, очень сильно. Ого, сразу две посылки. Получается, это чехлы на iPhone 12 Pro и 12 Pro. В принципе, от XR они не отличаются. Вот такие. Думал, будет стекло, а тут обычный такой силикон. Ну, по качеству, даже давайте распакуем один. Так запаковали, что не распакуешь. Силикон вроде бы достаточно прочный. Вроде. Третья посылка. Опять чехлы. Получается, на 12 Pro. Чехлы, кстати, неплохие такие. Да, почти точно такой же, как у меня был. Просто черный силиконовый вот такой. Просто очень хотелось на 12 Pro Max. Да, удобно. Давайте сейчас посмотрим еще как Pro. Кстати, Pro не сильно-то отличается, смотрите, вот. Смотрите, вот 12 Pro и 12 Pro Max. Особо не отличаются, достать удобно до любой точки. Есть! Цель поставлена. Это либо 12, либо 13, либо 12 Pro, 13 Pro, либо 13 Pro Max, 12 Pro Max. Но цель есть.
буду трудиться изо всех сил, лазить вот так, но чтобы достичь любой ценой. Все упаковываться обратно. Все делается на скорости, потому что время эфирное тоже не безгранично. Есть! Обзоры возвращаются. Все как и было положено. Четвертая посылка у нас. Просто мне интересно сравнить вот силикон, потому что всегда есть разные. Вот, допустим, на моей семерке я уже с ней летаю четвертый год. И силикон, скажу, очень проще. Кстати, гораздо, гораздо плотнее вот этот силикон. Это один чехол. Чувствуется, да, что этот намного больше протянет. И все сделано очень хорошо. Сейчас прямо. Все сделано очень хорошо. Почему? Смотреть снизу. В общем, вот снизу все сделано очень качественно. Также тут кнопка звука. Полностью все защищено. Данный чехол намного прочнее. Это получается... Это на 12-й. Сейчас я хочу посмотреть на чехол, получается, а тут, наверное, уже не будет. 12 Pro Max. Ну да, там уже стекла, конечно. На 12 заказал, ну прочный. 12 Pro Max на данный момент не заказывал. И кошелек, да, еще нету. Ого! Да я думаю, это небольшая сумочка. Посмотрите, что мне прислали. Ого! Ничего себе, сказал я себе. Да посмотрите, какая тактическая. Качественно все сделано. Прям фурнитура. Ну вообще, порадовали китайцы. Так еще на велкро панелях получается, панели молли, можно прицепить к рюкзаку, к сумке, как подвесок дополнительно, там воды, допустим, дополнительно положить. Внутри прошито качественно, ну вообще, я думал, на фотографии, вот такое маленькое, кляйный, зе кляйный, кляйный, оно гросс, гросс этаже, большая сумка. Ты что так сделаешь, что не расстегнешь? Китайцы, хинезиши. Чего шишема? Буши еши? Ша? Цин-цин. Сексе. Вот такая тактическая сумка. Помещается в нее очень много разного комплекта. Ну, велкро панеля можно вот так прицепить, носить. Тактическая сумка, скажу, с одним отделением, также на два разделяет вот такая панелька, если вы видите. Ну, супер! И что мне нравится, что не одна вот петелька, а две петельки. Супер вообще. Прям сейчас у меня тактический комплект такой просто заряженный. Поставил вот так, все, бам! Шлагин. Ну и чехлы. Конечно, на 12 Pro Max нужно будет еще дозаказать чехол силиконовый. Открываю аккуратно. Именно, чтобы был проще, потому что силикон тоже, силикон силикону рознь. Лучше доплатить. Да какая доплата? Там, может, 30 центов или фунций 50 центов, а разница будет. Кстати, стекла заказывал себе очень качественные, получается. Так как я вижу на 12 Pro. Или 12.
Да, наверное, 12 Pro. Да, я еще в жизни не держал таких стекол. Вот. Очень большой. И качество тоже. Такое острое прям. Представьте, раньше это телефоны были плавные, сейчас айфоны выпускают такими кубиками. И кубики, так оно такое острое, что, не знаю, упадет и треснет и телефон на два куска. Дальше у нас еще обзор на... Вообще салат. Я первый раз вижу цвет такой. Ядерный. Тут получается на 12 и крошку. Сейчас посмотрим, что у нас на Pro Max. Ну тут китаец уже молодец. Да, хотя с таким пенопластом, то вряд ли что-то вообще треснет. Да, написано Color, получается 13, на 13 Dry Black. Лицо, фокус есть. Скальпелем проводим небольшое движение. Есть. Ого! Ого! Качество безумное. Видео прям даже сегодня. Настроение хорошее. И видео еще лучше. Так все упаковано. Вот тут вайпс. Вайпс получится. Remove extra dirt. Потом remove extra. Получается сначала оно влажная салфетка, а потом идет сухая. Ну, китайцы. Абсорберы тоже. Все положи. Ну, молодцы, китайцы. Ну... Ого! Ну, молодцы. Да, отличаются стекла 13 от 13 Pro Max. Dear там Thanks. Дорогой покупатель, спасибо, что приобрели у нас вот такие стекла. Давайте для примера одно посмотрим. В жизни не держал. 9D. Глаз 9D. Это 13 Pro? Это тоже 13 Pro Max? А, нет. Стекла. Вот получается. На 12 Pro, 12 Pro. H2H. 9H Glass Shield. Или 9H, или 9H. Чехлы порадовали. Если вам понравилось видео, понравился данный обзор, на канал подписка сразу, лайк незамедлительно. И все у вас будет the good. Danke schön für aufsehen diese Video, meine Kanal YouTube. Kontaktieren, subscriben. Alles gut. Und grüß Gott.